Можно и за троих уже начать давать. Ну, а почему бы нет? Дорого детей поднять. Я вот многодетная мама, это у меня третий ребенок. Серьезно? Да, я бы не отказалась, если бы мне такой подарок сделали. А дают только за 10-го уже. Очень обидно. За 9-го почему не дают тогда? Сложно сказать, не знаю. Я считаю, что семьи, которые рожают более 2 детей, они уже готовы потянуть больше деток, нежели то, что у них есть. Поэтому сложно сказать, не могу. За 3-х, наверное. Правильно, что вообще дают, понимаете? А как бы, а то, что за 10-го, ну, нету денег у государства. Считаю, что неправильно, ну, понимаете, если всем везде давать, так не останется ни на что, ни на дороге, ни на что. 2-х даже достаточно. Да ну нет, 10 это чересчур. Ну, хорошо, 1 000 000, а дальше что? Ну, до 18 лет этого 1 000 000 явно не хватит. Ну, чисто по логике, их еще выучить надо, дать им какой-то стартап в будущем. Ну, на 1 000 000, я думаю, вряд ли можно что-то сделать. Ну вот 3 – оптимальное число, мне кажется, для нормальной семьи. А знаете, что дают только за 10-го? Ужас. Это сильно много, я считаю. Ну, хотя бы, ну, наверное, все-таки давайте с 4 хотя бы начать. За каждого. Начиная с 1 в наше время. А почему вот так в наше время? Не хотят почему-то рожать, во-первых, а во-вторых, со здоровьем у многих проблемы. Наверное, за 1-го. Что 1 это и так уже очень много. А 2? 2 это прям совсем много. Я думаю, что женщина, которая воспитывает 2 детей, должна получать 1 000 000 сразу же. Этого достаточно. И плюс 1 000 000 за каждого нового. Это большая работа. А у нас дают только единоразово за 10. Надо за 5 сначала. Ну, надо как-то к малому приучать, верно? Сначала молодежь агитировать 3-х, 5-х, а так и далее пойдет. Желаю удачи, молодежь. Эстафета у вас.